Ну вот и здравствуйте, ребята, записываю новое видео для вас. Ну а перед этим композиция. Диджей Наташа Бакарди. Ребят, приветствую еще раз. Наконец-то пришла ко мне моя акустика Coral X7. Посмотрите, каким она размером на фоне Technics FSB6. Coral стоит на полу, FSB6 стоят на подставках. Я взял ее для себя и хочу попросить вас, чтобы вы в комментариях написали, пока она у меня здесь будет находиться. Но я успел распаковать только одну, вторая у меня еще запакована. Ну, вы мне хоть в комментариях напишите, с какой акустикой сделать сравнение. Потому что мне хочется для вас сделать именно сравнение звука, чтобы вы примерно имели какие-то понятия, как звучит одна или другая акустика. Ну, грубо, напольная, Coral X7. Ну, и вот то, что у меня в наличии есть, я для вас сделаю сравнение звука. Ради интереса, и мне даже самому интересно. Вот она обошлась мне очень дорого. В состоянии я вам примерно сейчас покажу. Я не знаю, как ее возят, вот продают то ли в Самаре, то ли в Челябинске. Там по 60 с чем-то, 60, что ли, 64 тысячи рублей. Но она мне обошлась по себестоимости на порядок выше, не на порядок, а на 10 там, или 12 тысяч. Какой 10-12? Почти на 16 тысяч она дороже. По себестоимости она обошлась. Ну, может, просто состояние разное. Человек берет там по одной цене, в таком состоянии. А я взял для себя, просто ну, старался взять в идеальном состоянии, с проверкой работоспособности, чтобы все работало. Ну, как-то так. Ну, вот, состояние я вам покажу сейчас примерное. И напишите в комментариях, с какой акустикой сделать сравнение. Ребят, давайте я сейчас включу композицию пока.
сейчас звучат техники из Б6. Вот, ребят, она вот так вот выглядит. Сделаю для вас обзор в ближайшее время. Главное, пишите комментарии, с какой акустикой сделать сравнение звука. Также хочу обратить внимание, ребят, пишите в комментариях, мне просто звонят и пишут к объявлениям, лучше пишите в комментариях на YouTube, просто сразу многие, ну, телезрители или потенциальные, кто интересуется усилителями, акустикой, сразу могут получить там ответы на какие-то вопросы. Ну вот сегодня, например, звонили, интересовались, предположим, вот вопрос был такой, чем отличается по звуку трио К73-00 и трио К77-00 с буквой D. 73-00 это средний бюджет, 72-00 D это топовый, это на европейский рынок он шел как 91-00. Ребят, звук разный. Ему где-то кто-то сказал, или где-то он вычитал, что звук почти не отличается ничем. Ну, не может не отличаться звук, потому что это ценовая категория, вот конкретно по усилителям идет. Я уже в предыдущем видео говорил, что есть цена на усилители, там 20, 30 тысяч, 40, 50, там 60, 70 тысяч. Она не просто так складывается. Она складывается из-за звука. Как выдает усилитель, качество именно там по каким-то высоким, низким, средним частотам, там тонкомпенсация по фильтрам, по регулировкам всем. То есть это все зависит от транзисторов, от емкостей, от именно сборки, ну, от конфигурации. Ну, не может звучать, предположим, 73-00 трио, как Yamaha 2000-ная. Yamaha 2000-ная стоит, грубо, там, 50-70 тысяч, трио стоит 25 тысяч. Ну, не может звук быть одинаковым, ребят. Ну, не обманывайте себя, не обманывайте просто-напросто. Это просто бред конкретный. Кто вам это говорит и советует взять, не могу понять просто. Вот лучше задавайте вопросы в комментариях на YouTube, я вам буду стараться ответить, что знаю, я вам отвечу. Что не знаю, я всегда говорю, ребят, извините, не знаю. Вот, еще касается, ребят, в ближайшее время придет пара техниксов из Б6 у меня. У меня сейчас в наличии осталась одна только пара из трех. За 32 и за 38 у меня забрали. Остался комплект за 36. На днях завтра или послезавтра подойдет комплект, который будет дешевле. Где-то в районе 34 тысяч. Вот. То есть еще можно будет успеть взять по нормальным ценам. Давайте я вам еще включу небольшую композицию. We'll be right back.
Также, ребят, у меня есть еще один резервный комплект техниксов СБ-6, который в состоянии новых, у него ценник намного выше. Но это на продажу он не выставляется, в объявлениях не будет, но просто кто знает, ко мне обращается и забирает без объявлений у меня. У меня есть, бывают такие комплекты, и они даже не появляются. В состоянии новых. То есть состояние без царапин, без коцок, без ничего, с подвесы как новые, ну то есть состояние новых, то есть они с хранения, почти без использования. Цена чуть выше, чем которые продаются на торговых площадках. У меня есть такой комплектик, поэтому если кого-то интересует, можете обратиться. Также у меня остался усилитель один на продаже, 73-00. Есть еще резервный Трио К-7006. Это 73-го года выпуска, который он идет с боковыми, ну там не Макинтош, корпус, деревянные накладки. Я его брал у продавца, у хозяина, короче, у хозяина именно, который был в коллекции. Аппаратик в очень хорошем состоянии, очень хорошем, что снаружи, что внутри. Может быть, после того, как уйдет 3УК-73-00, может быть, он будет выставлен, а может, он уйдет по знакомым, которые у меня всегда обращаются и берут в хорошем состоянии, которые аппаратики. Но ценник у него такой добрый. Но и звук выдает. Это предтоповый аппарат, ребята, предтоповый. Звучит он как мой 90-06 почти трио, который стоит там за 50 тысяч. Он чуть-чуть буквально уступает по качеству звуку. Это все еще 73-й год. Это еще разработчики Ахуфейса, которые были раньше в трио в Кенвуде, а потом уже образовали свою фирму и бренд очень дорогой. Ну, вы знаете это. И цены там сейчас заоблачные. Это еще разработчики те. Вот, ребят, на этом хочу заканчивать. Ну, главное, комментарии давайте напишите, пожалуйста, по кораллам X7. По X7. Что, с какой акустикой сделать мне сравнение? Они здесь просто будут буквально несколько дней. После комментариев я сделаю сравнение, и они отсюда уедут. О, скорее всего, вот у меня есть S90 радиотехника. С радиотехникой S90, ребят, я обязательно сделаю сравнение ради интереса. Я думаю, что это будет прикольно послушать. И, возможно, радиотехника даже не уступит кораллам. Пальцы вверх, ребята, за это. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки или дизлайки. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.